Расклад такой. Единство охотится за скальпом Эльвея. Вы должны перехватить его первыми. Мы дадим ему возможность залечь на дно, а он в обмен посекретничает с нами о картеле. Все готово к стрельбе. Готовы? Атакую врага. Вас поняла. Тебя погнали за мной профессионалов. Респект, Гринго. Вам везет, что нет моего подметалы. А то бы вы, суки, собирали бы сейчас осколки своих... Мистер Эльвей, вы мерзкий ублюдок. Блин, теперь понял. Она из призраков. Ну-ка, сядь. А ну-ка. Тише, тише. Ну, леди. Я не стукач, понятно? Я знаю, что вы хотите держаться как мачо, но я заставлю вас говорить. Сожгу то, что еще осталось от вашего лица. Если мы сожжем тебя, то и тело прятать не придется. Эй, остынь, ладно. Уверен, я смогу кое-чем поделиться, только расслабьтесь. Я приказал деду и Гринге увеличить производство. Они клялись, что стараются как могут. Наверное, я выразился не очень доходчиво. Его жизнь была в твоих руках, и вот что ты с ней сделала. Я больше так не могу. Просто отпустите меня. И клянусь, я никому ничего не расскажу. Кажется, ты не принимаешь меня всерьез. В следующий раз я покажу, насколько я серьезен. Мы засекли главного помощника головастика. Это наш шанс добраться и до самого чокнутого ученого. Берете помощника, затем головастика.
Ясно. Я полечу. Готово. Погнали. Нет сигнала. Глушит частоту дрона. Эй, тут небольшой отряд картеля. Покажи. Там, у дома. Ни черта не вижу. Сигнал дрона заглушен. Мы поручили повстанцам разведать местность. Дрон у кранты. Они нас глушат. Занимаю позицию. Цель выбрана, жду указаний. Ясно. Передаем данные о расположении врага. Позицию. Иду на место. Стой, мне нужен хороший обзор. Цель отмечена. Ясно, цель Что отмечена. Распоряжение, босс? Нет цели, повторяю, нет цели. Все готово. Все готово. Жду указаний. Не могу стрелять. Жду сигнала. Больше не стреляю. Цель ликвидирована. Цель у дома. Мы попросили поддержки повстанцев. С тобой все будет в порядке, слышишь? Я уже иду. Сука, мать твою! Ясно. К вам отправлена группа. Они идут сюда. Что нам теперь делать? Занимаю позицию. Сейчас займу позицию. Мы попросили повстанцев провести разведку. Попрошу повстанцев отвлечь их внимание. Понятно. Погоди, сейчас займу позицию. Вижу цель. Вижу цель. Цель пропала. Не вижу цель. Ясно. Цель выбрана. Цель выбрана, жду указаний. Нет цели, повторяю, нет цели. Ясно, цель отмечена. Все готово к стрельбе. Все готово. Враг убит.
Мы попросили повстанцев разведать местность. Я иду на позицию. Ясно. Прошу прощения. Вы понимаете, видимо, почему я взволнован. События приняли неожиданный оборот. Неожиданный оборот. Я вас не виню. Вы ведь не похожи на людей из Санта-Бланки. Значит, работаете на американское правительство. И стало быть, мои планы серьезно расстроены. Привыкните. Мне незачем привыкать. У меня давно все продумано. Нужно всего лишь активировать чрезвычайный план Альфа-Z-984. Это что? Исправно делать все, что вы прикажете, добрые люди. Пока что. Это увеличит мои шансы на выживание, пока я решу, какой из моих планов побега окажется самым пригодным. Полагаю, мы отлично поладим. Лидия придет за мной непременно. Видите, она всегда за мной приглядывает, даже если сама этого не замечает. Я должен вернуться. Ну вы понимаете, я мог бы катапультироваться через люк. Пожалуй, не стоит. Но задачка почти уже решена. Представляете, как холодно под водой? Проблема химического реагента? Не проблема. Как достать моноэтаноламин в Боливии? Да запросто. Это лишь вопрос цены. Можно позвонить Ниде. Она занята, вероятно, но возражать не станет. Мы с ней близки. Аминовая очистка. Нет. Для аминовой очистки нужны два отсека. Для людей вообще места не будет. Неужели? Видел я как-то раз чертежи колумбийской подлодки, так у нее дыхательная трубка просто из воды высовывалась. Представляете, какая там жара? Нет, Ниде звонить не стоит, пока я не придумал полноценное решение. Я говорил, что мы знакомы. А вы с ней? Пока еще не знакома. Минуточку. Субмарина-беспилотник. Вот решение. Зачем нам вообще запихивать туда экипаж? Мы в пункте сбора, отсюда я его заберу. Слава богу, меня уже тошнит от его болтовни. Вот что мы чувствуем, когда ты рот раскрываешь. Пас! Мэм, Ниде будет меня искать. Супер, а мы ищем ее. Говорят, у вас неплохие мозги, товарищ. Теперь, когда ваши подлодки плывут в унитаз, только я могу вам помочь. И я помогу вам, если вы поможете мне. Ха! Извините за вопрос, но вы что, думаете, это увлекательно? Драматично? Вот эти скалы были здесь за много веков до того, как вы стали гаметой в тестикулах вашего папы. И будут здесь еще долго после того, как вы обратитесь в прах. Понимаете? Для Вселенной они гораздо важнее, чем вы. Чем ваше самомнение и лицемерная война с наркотиками. Вы отвезете меня к Ниде, или мы ждем ее здесь? А то, что я отправлю вас за решетку, вам ясно? И там татуированные неонацисты будут вас иметь настойчиво и разнообразно. Проблема в том, что вы все еще придаете чему-то значение. Насилие, кокаин, убийство. Все это чушь! Вы думаете, ягуары придают какое-то значение своим чувствам? Или кролики, которых они едят, медитируют на имя Божие? Знаете, вы лжете себе, полагая, что чем-то от них отличаетесь. То есть тебе без разницы, головастик? Головастик? Я не головастик. Головастик ускользнул от вас прежде, чем вы поняли, что он здесь был. Просто взял и исчез, как не было его. То есть как это не того взяли? Это головастик все подстроил. Он с самого начала пустил нас по ложному следу, а сам смотался. Так с кем тогда общается Боуман? С главным инженером проекта. Козлом отпущения, собственно. Проклятие. Какая-то нелепая пьеса про суперзлодеев. Что ж, по крайней мере, мы вывели из игры подводный флот картеля. Для перезапуска этой программы понадобятся годы. А головастик? Ищи свищи. Боуман будет держать вопрос на контроле. Но нам пора двигаться дальше. Никаких отговорок. Деньги на бочку.
Нидия позаботится об этом. Мечтатель, не пора ли что-то менять? Нидия многие годы была одной из лучших. Может, слишком долго, и она утратила хватку. Многие пришли и ушли за это время. Если ты король, то учишься жертвовать пешками. Но с Нидией Флорес было не так. Я взял ее под свое крыло, когда она была еще совсем юной. Она была мне как дочь. Она была моей королевой. И если я отдам ее волкам, часть меня умрет с нею. Ты получишь свои деньги. Даю слово. Не пожалеть бы нам об этом. Сдержи слово. Единство отобрало у повстанцев грузовик с медикаментами. Вы должны их вернуть. Катари и его люди позаботятся употребить их на доброе дело. Лечу я. Дали бы мне порулить. Дрон в воздухе. Снайпер на вышке. Снайпер на вышке. Мы поручили повстанцам провести разведку. Понятно. Передаем данные о позициях врага. Посылочка прибыла. Пора забирать. Отлично. Минометы. Занимаю позицию. Дайте найти хорошую позицию. Ясно. Иду на позицию. Цель отмечена. Цель получена. Все готово. Жду указаний. Этот убит. Вижу бойца. Он один. Неподалеку от турели. Мы должны доставить эти вакцины Катари как можно скорее. Залезаем в аванпост, находим грузовик и... Понятно. Я иду на позицию. Мне надо сменить позицию. У меня есть цель. Ясно. Цель выбрана. Мы поручили повстанцам разведать местность. Сейчас займу позицию. Вижу цель. Жду распоряжений, босс. Убит.
Занимаю позицию. Дайте найти хорошую позицию. Черт, нужна позиция получше. Цель отмечена. Ясно, цель получена. Больше не вижу цель. Цель получена. Жду сигнала. Цель исчезла. Не могу стрелять. Ясно. Цель. Все готово. Жду указаний. Этот допрыгался. Катари, это Намат. Заказанная вами посылка у нас. Сейчас вот везем. Браво, амиго. Погоди. Огонь по целям. Я снова здесь. Связь оборвалась. Так, на чем мы остановились? Браво, амиго. Только езжайте осторожно. Эти ампулы с вакциной стеклянные. Одно неосторожное движение и... Поняла, все сделаем нежно. Конец связи. Впереди по дороге солдаты Единства. Похоже, досмотр транспорта. Катари, это Намат. Посылка доставлена. Спасибо, приятель. Я вам должен. Эти вакцины спасут много жизней. На землю! Вертолет! Хорошо, порядок. Мы попросили Пака прислать транспорт. Буэнос, амиго. Акора в дерьме и мечтатель закат... Вот ваш вертолет. Акора в дерьме и мечтатель заказал эмиссара. Теперь даже дед ему не поможет. Так что хватайте эмиссара и посмотрим, готов ли он заключить сделку. Полный газ!
Вертушка единства на подлете. Залечь. Вижу снайпера. Вижу вторую цель. Вижу цель. Повстанцы отвлекут их. Ясно. Выдвигаем арт-группу на позицию. Ясно. Выхожу. Мы на позиции. Здесь цель номер 5. Мы попросили... Внимание! Здесь патрули единства. Возможно, это ответ на то, что мы устроили Вакора. Иду на позицию. Иду на место получше. Принято, выдвигаюсь. Вижу цель. Вижу цель. Все готово. Мы попросили поддержки повстанцев. Понял, амиго. Отправляю арт-группу. Вызову повстанцев, чтобы отвлечь врага. Входим в зону операций. Приготовиться. Боуман ждет, не дождется свидания с эмиссаром. Так что поосторожней с оружием. Он нам нужен живым. Есть. Дрон в воздухе. Мы попросили повстанцев разведать местность. Ясно. Выхожу. Вижу цель. Этот покойник. Дамы и господа, эмиссар покинул нас безвозвратно. Убил себя, лишь бы... А ведь это мы его довели. Ой, давай без соплей, он сделал свой выбор. Осмотрим тело. Может, что-то найдем. Цель выбрана, жду указаний. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Нашла записку. Боуман, это Намат. Мы нашли эмиссара. Он мертв. Что такое? Самоубийство. Оставил мечтателю записку с признанием вины за все, что случилось в Акоре. Видимо, он просто не мог смириться, что подставил деда. Засранец. Мы уже держали деда за яйца, и вот. Сдается, не таким уж он был дерьмом. Он просто поломал нам все расчеты. Это бывает. И часто так бывает? Я делаю все, чтобы выполнить задание. Как и вы. Отчаявшиеся люди делают отчаянные ошибки. Дед и Гринго отчаялись из-за меня. Наверное, я слишком давил на них. Но у меня не было выбора. Страдало наше производство, нарушилась сеть поставок. Нужно было что-то делать, иначе наш рынок попадал под угрозу. Я потребовал увеличить производство. Они не смогли.
и начали бодяжить товар, разбавлять его, снижать качество ради количества. Понятная ошибка, но все равно ошибка. Я потратил годы на бренд Санта-Бланка. Кокаин высочайшего качества, лучший в мире. Отличный товар за хорошие деньги. Проблема в том, что товар больше не был отличным. И кто-то должен быть наказан. Намат, внимание. Похоже, Гринго уже не работает на картель. Что у нас? Вы нанесли такой урон картелю, что Гринге пришлось разбодяживать Коку, чтобы не сорвать поставки. Наверное, она хотела выиграть время и надеялась, что Мечтатель не заметит. Если так, то она очень ошибалась. И Мечтатель ее показательно накажет за это. Прямо сейчас к ее дому направляется группа захвата. Ей некуда бежать. Если только мы ей не поможем. Именно. Так что ноги в руки и к ней в пухило. Убедите ее, что лучше к нам, чем к Мечтателю. И доставьте в точку эвакуации. Мечтатель узнал, что Гринго снизила качество кокаина. И отправил к ней убийц. Отправляйтесь за ней и доставьте сюда. Все равно ей деваться больше некуда. Молодцы, хорошо поработали. Санта-Бланка потеряла немалую долю на рынке кокаина. И вы спасли много невинных людей, освободив больницу. К вашим услугам. Картель напряжется и постарается компенсировать потери. Возможно. Но прекращая платить, они теряют лояльность сотрудников. Тоже верно. Я буду на связи. Пухио прямо перед нами. Поспешим к Гринге, пока картель до нее не добрался. Я с тобой, босс. Похоже, Грингу защищают повстанцы Катария. Что за хрень тут творится? Кто вы такие? Что вам нужно? Мы твой последний шанс, понятно? Но надо двигать прямо сейчас, мать твою. Далеко мне. Так не уйти. Есть один человек. В деревне, тут, неподалеку. Иногда помогает раненым повстанцам. Ты хорошо знакома с врачом повстанцев? Он не донесет картелю, если ты об этом. Он их не боится. Он самый смелый из тех, кого я знаю. Мы встретились, когда я работала на НПО. Фальшивую НПО. Он был из местных. И через пару лет и пару тонн кокаина он свел тебя с повстанцами. Он нуждался в лекарствах и вакцинах. У меня были деньги. Не понимаю. Зачем тебе помогать обеим странам? Если бы я знала.
Я приехала в Боливию помогать людям и делала все, что могла. Готово. Держись, Гринго. Нужно идти дальше. Кажется, я не смогу. Я теряю сознание. Она выживет? Надеюсь. Почему повстанцы защищали твой дом? Думаю, их послал Бак Катари. Защищать меня. Не холодно. Не могу. Но, пожалуйста, нет больше сил. Только не сейчас. Мы почти пришли. Вы кто и что вам нужно? Знаешь эту женщину? Что случилось? Поверьте, этого вам лучше не знать, док. У нее пулевое ранение в плечо. Поможете? Да, конечно. Оставьте ее. Я о ней позабочусь. Мы постараемся выиграть время, но поторопитесь. Вряд ли мечтатель оставит ее в покое. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Мы попросили контакт! Мечтатель выслал еще одну группу. Уничтожить! Вертолет на подходе. Открываю огонь! Здесь все чисто. Получайте, пидоры. Здесь чисто. Новенького, босс. Мы дали доктору столько времени, сколько могли. Так или иначе, выводим Грингу. Ладно, пошли, Гринга. Пожалуйста, дай мне еще минутку. Он остановил кровотечение, но пуля в плече осталась. Коктейль, который тебе дал док, после него ты вообще ничего не будешь чувствовать. Мы уходим. Если почувствуешь, что сейчас упадешь, или если будет тошнить, смотри на горизонт. Давайте вернемся к делу. Думаю, их послал Бак Катари. Защищать меня. Не холодно. Очень-очень холодно. Зачем Паку Катари защищать ученого из картеля? На деньги мечтателя. Мы на точке. Отправляем ее в Боуман и вызываем медтранспорт. Круто вы разобрались с этими подлодками. Жаль, конечно, что так вышло с головастиком, но его видели в Лапасе. Мы идем по его...
Это необходимо. Не будьте неженкой. Боже, боже! Вот, открой, открой. До ее эвакуации 10 как минут. Как бы я хотела отделаться от этой плаксивой сучки. Ваша больничка может и избавит вас от мести повстанцев, но со мной это не пройдет. А вот ваши легкие сделают вас звездой за решеткой. Просто дайте мне умереть! Мне это приходило в голову. Зато много лет спустя, когда я уже не смогу подтереть себе задницу, меня будет радовать мысль о тех грязных подружках, которыми малышка Грингап заведется в тюрьме. Мне плевать. Я и в тюрьму с радостью сяду. 10 пожизненных сроков в тюрьме лучше, чем мечтатель. Никакой ад не сравнится с ним. Руководитель тренировочной программы картеля идентифицирован. Это бывший рейнджер Карл Букхарт. Парень перешел черту, начав работать на картеле. Полечу я. Уничтожьте его. Эй, закончили. Поехали. Поручили повстанцам разведать местность. Передаем данные о позициях врага. Нужна позиция получше. Стой, мне нужен хороший обзор. Вижу цель. У меня есть цель. Боевая готовность. С этим разобрались. Порядок. Чисто. Дрон в полете. Вижу оружейную установку. Появился один с пистолетами-пулеметами. Подходим к месту, где должен находиться Букхарт. Мы это сделаем, босс. Убьем своего. Букхарт нам не брат с того дня, когда он пошел работать на картель. Увидишь его — убей. Без колебаний. Боже, здесь вонь как на бойне. Боже, здесь вонь как на бойне. Сначала новобранцев учат убивать. Приводят пленников и заставляют рекрутов избивать их молотками или рубить мачете. Иногда это мужчины, иногда женщины, иногда дети. А кто дрогнет, сам станет следующим. Вижу цель с пистолетами-пулеметами. Мы поручили повстанцам провести разведку.
Ясно, сейчас выйду на позицию. Сейчас займу позицию. Иду на новую позицию. Тебя срисуют назад. Ясно, цель выбрана. Цель уничтожена. Они на чеку. Все ко мне. Вас понял. Черт, нас заметили. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Понял. Группа скоро прибудет. Твою мать, они идут сюда. Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Понятно, Янки. Приляг, отдохни. Вижу цель. Мы поручили повстанцам разведать местность. Все сюда, народ. Ясно, выдвигаюсь. Иду на место получше. Эй, светошумовая. Бросаю светошумовую. Спасибо. Труп. Мы попросим.
себе. Ясно, сейчас выйду на позицию. Сейчас займи позицию. Больше не вижу цель. Вижу цель. Не могу стрелять. Мы поручили повстанцам провести разведку. Его. Хитрая тварь, он убегает. Ну давай, сейчас получишь. Посмотрим на тебя в деле. Тебе конец, Букхард. Вижу Букхарда. Цель помечена. Света шумовая. Я иду на позицию. Готово. Букхард мертв. Хреновая смерть для рейнджера. Букхард сделал свой выбор, а мы сделали то, что должны. Неплохо сработали в Монтуйоке. Без Букхарда программа подготовки забуксует. Лучшие силы Санта-Бланки попытаются заткнуть эту брешь. Безопасность картеля пострадает, и у нас будет шанс добраться до кирпича. Чертовски верно. Картель много лет хозяйничает в Боливии. Мы положим этому конец. Так держать. Реакция чумы на нападение показала, что он понятия не имеет о том, что основная задача наркоторговой организации – делать деньги. Что делает твой отец? Он смотрящий. Смотрящий? Да. Не исполнил свою работу, верно? Не знаю. Убийство невиновных не приносит пользы. Наоборот, это настраивает людей против тебя. Это укрепляет твоих врагов. Скажи мне, кто твой настоящий брат? Тот, с кем ты вместе рос, дрался, истекал кровью, богател? Или просто парень, чью мать трахнул твой папаша? Чума зашел слишком далеко. Ты знаешь, что делать. Я подумал, это справедливо, поручить кирпичу избавиться от братишки. Он сделал бы это быстро, беспощадно. Не так, как на видео. Разве я сторож брату моему? Это Библия. Беги! Кирпич решил пойти против Божьего слова. Важная новость. Мечтатель приказал Кирпичу убрать чуму. Но тот решил не убивать брата, а тайком вывести из страны. Надо же, правая рука взбунтовалась. Более того, мы знаем, где чума. Пора с ним кончать. Устала я смотреть записи казней. С удовольствием. Кашевар найден. Привезите мне эту мразь. Ему за многое придется ответить. Я за штурвал. Приближаемся к базе картеля. Надо найти Пасалера.
поручит. Вижу Пасалера. Помните, он нам нужен живым. Ясно. Передаем данные о расположении врага. Чуете эту вонь? Мать его, чем это несет? Это запах смерти. Руки вверх! Держи руки на виду! Здравствуйте, сеньоры! Вы не похожи на обычных поставщиков? Черт! Боевик с миниганом. У блокпоста. Черт, чуть не застукали. Белой! Валю берега! Здесь лейтенант картеля. Терраса, видишь? Беру. Мерда. Ahora sí ya valió. Madres. Ты пойдешь с нами, выродок. Чем я вам не угодил? Я работаю. Просто делаю свое дело. У этого типа не все дома. Неважно. Идем в точку эвакуации. Боуман разберется. Мерда. Ahora sí ya valió. Madres. Иниго Моралес, округ Корт-Джадж. Исчез по дороге с работы домой. Октавио Родригес, студенческий активист. Похищен вооруженными людьми возле бара. Бесследно пропал. Мирабель Кастро, учительница. Исчезла на КПП Единства в Санта-Крус. Я ее помню. Кожа у нее была, как у ангела. В этой папке, подонок, таких еще тысяч. Только в этом году. У каждого была семья. Люди без ума от горя, что их близкие погибли. Так они уже были мертвы. Мидас считает, что у него разум ребенка. Вряд ли он понимает, о чем с ним говорят. Надеюсь, хотя бы память у него хорошая. Мне нужны имена всех людей, которых ты закатал в эти проклятые бочки. Пока всех не вспомнишь, ты понял? Да, окей. Так вы меня вернете обратно? Мне ведь надо работать. Я могу разобраться и с дебилом, и со злодеем, но я не люблю, когда они идут в комплекте. Он не то чтобы тупой, просто не развит эмоционально.
не умеет правильно реагировать на трупы. Типа мозги на бекрень? Он диссоциируется. Именно. И я не позволю больше моим детям жечь муравьи. Кирпич попытается убить меня, так же, как и я его. Черное — это месть. Белое — спасение. Золотая — успех. И я хочу спросить, может ли святой исполнить противоположные молитвы двух людей? Я знал по опыту, что боги всегда на стороне того, у кого больше денег, больше людей и больше власти. Я потерял самого доверенного человека, брата. Сколько людей будут верны ему, а не мне? Сколько у него власти? Хватит ли, чтобы победить меня? Мое преимущество в том, что мы выросли вместе. Я знал, как работает его мозг. Знал его следующий ход еще раньше него. И я терпеливо ждал.